Открывать выставку православия молебном стало уже традицией. Молиться, говорят священники, нужно перед началом любого доброго дела. Такова, безусловно, и миссия уже 14-й по счету выставки. Приобщить к духовному как можно больше людей, а значит и сохранить традиционные культурные ценности. Здесь, прикоснувшись к неким святыням, к неким традиционным ценностям православия, человек может больше узнать и сделать уже шаг к приходу в церковь более уверенным. На выставку в этом году приехало более 100 храмов и монастырей со всей России, а также из Греции, Молдавии, Израиля и Белоруссии. Почти возле каждого стенда можно прикоснуться к привезенным православным святыням. Храм святого мученика Авраамия из города Болгар на выставке впервые. Сюда из Татарстана привез на выставку чудотворную икону целителя Пантелеймона Великомученика. 18 век, написано на фоне. Он вымаливает у Господа Бога пред престолом Божиим телесные, душевные и духовные болезни, исцеления. На других стендах можно заказать молебны, приобрести иконы, православные сувениры, книги, постную пищу, а также оказать посильную помощь монастырям, приходам и приютам. В рамках выставки проходит большое количество интересных мероприятий. Это встреча с духовенством. Задайте специальная программа, задайте вопрос священнику. Это демонстрация православной фильмов, авторские встречи, православные выставки. Каждая православная выставка-ярмарка в Сочи – это большое событие в духовной жизни края. Кстати, проходит она по благословению митрополита Исидора. Всех желающих организатор СОУД «Сочинские выставки» приглашают посетить ее до 27 июня. Выставка в гранд-отеле «Жемчужина» работает с 10 до 18 часов. Вход свободный. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.